Так, сразу же видно. Пятница вечер. Ну, вот то, что пенное, это попробую себе взял. Я тоже иногда, но сегодня я хочу вот это вот. Это для меня. Прям силы нет, захотелось. Что это такое у нас? Апельсинки, мандаринки. Печенюшки у нас папа такие любит. Сырок мой любимый. Володя. Творожки, хлебушек, масло, смотрю, и горошек с кукурузой я просила. А это что такое? Это хлебушек наш. Короче говоря, пятница вечер, то, чего нам не хватало. Помогает пакеты раскладывать. Взяли еще вот такую вот капустку, в прошлый раз мы ее брали, мы ее за 3 раза съели. Очень вкусные салатики, причем самые простые. Просто кукуруза, ой, вот это, просто капустка. Мне понравилось с горошком, хотя я его не люблю. И сметанный майонез. Очень вкусно. Очень легко и самое главное времени, прям 5 минут на порезку капусты. Резать, кстати, надо не вот так вот, а сначала пополам разрезаете и потом уже шинкуете. Получается в салате и вот эта вот мягкая суховатая часть, и вот эта вот сочная часть. Так что супер вкусно. Что тебе попалось в этот раз? Наклейка. Покажи. Вот. Такой, по-моему, у нас не был, да? Да. И вот еще. Вот такая была, по-моему. И еще. О, вот такой у нас не было. Угу. Где он один? Одна только, да? Да. Что у нас здесь еще спрятано? Она опять все показывала. Ну что, буквально 5 минут, и очень-очень вкусный салатик готов, а самое главное, очень легкий, как для желудка, так и приготовление. Мне кажется, у меня домашняя лапша, в нее можно сверху положить мяско, и получится уже лагман. А не суп домашняя лапша. Но все равно очень вкусно. У нас сегодня красота. Вчера была жуткая метель, что даже перекрывали трассы, что ведут на Балаково, из Балакова менты стояли. А сегодня смотрите, какое шикарное солнце. Снежок сыпется, легкий мороз. Прелесть. Прям прелесть. Сейчас хотим пойти гулять. Точнее, поехать в город. Вот. Видите, как солнышко засвечивает. Посмотрим нашу елочку городскую, если получится. Сашу надо постричь. В общем, планы как у Наполеонов, как всегда.
Вообще не хочется лазить. Вообще не хочется лазить. Не хочешь лазить? Нет. Ко мне пойдешь, что ли? Ой! Ой! Это для того, что сюда цирк уезжал, на этом кирпиче стоял, наверное. Ну да. Сколько будет стоить арендная плата? Не знаю. Ой, чё? Ты чё, к маме? Не. Сейчас. А пойдём немножко посмотрим. Я не фото, я видео снимаю. Ой, выключи, пожалуйста, а у меня одной рукой. Ага. Там внешние гирлянды жиденькие прям совсем. Да, мы с пацанами поездим немножко. Ну, с папой. Елочку смотреть, видишь, папа? Елочка. Ой, смотри. А, елочка. Елочка какая. Сейчас буду смотреть. Вообще издевается ребенок. Чего около медведя ему не стоял? Ну, здесь стоишь, ничего. Мне с них не нравятся украшения. Ну, смотри, сейчас смотри, нормально все. Ну что он сейчас? Около медведя к нас подал. Нормально, давай лапы отломай его. Ой, Дед Мороз свободен. Ага, уже не свободен. Уже не свободен. Они видели, нахлёстывали. Сначала в одну бегущей толпой, потом раз в другую же бегут. И толпой бегают с места на место, да? Так и бегают все. Заказали мне, нам, зубные щеточки, которые мы нигде найти не можем. Вроде бы самый обычный лесной бальзам. Упаковщик номер 44. Если что, кому претензии предъявлять? Бумажечка. Бумажечка. Еще бумажечка. Еще бумажечка. И еще. Хорошо запаковали. Посмотри, сколько бумажек. Вот они. И еще бумажечек. Вот много-много. Много-много бумажечек. Короче, очень много бумажек. Ой, как они вообще не берегут природу. Сколько деревьев погибло ради вот этого количества бумаги. Это нам можно сжечь и сжечь шашлык. Да, да.
Так, я здесь уже пошла пупырка. Опять пакетик. Пупырки пошли. Да, здесь еще распаковать. Какой молодец упаковщик номер 44. Они в шоке, наверное. У них зубные щетки никто еще не заказывал. А через кого заказывали? Перекресток. Еще бумажечка. Ну, короче, здесь надо как-то вот так. Они специально так поиздеваться. Это новогодний подарок. Так запаковывай так, чтобы это очень тяжело было достать. Так. Так. Опа, зубные щетки. Они сами-то хорошо запаковывают. Три штучки. Моя зубная щеточка. Она называется чего-то там тоник. У нее вот эти вот штучки, как силиконовые. И оно должно быть мягкое. Почему-то в магазинах пропали вот такие вот обычные мягкие зубные щетки. Стоит. У них у всех вот здесь вот остренькие-остренькие тычинки, и они корякают десны. Я не могу такими чистить. Только вот к таким привыкла. Стоят они прям вроде по сути-то копейки. Сколько? Вообще они стоят 300 на зоне. Потом делаешь какие-то скидки, и они выходят классической 70 или сколько. Это перекресток. Ну вообще. 75. 75 рублей. Ну, 100 рублей они стоят примерно. В ленте стоят. 100 рублей. Около 100 рублей раньше они стоили. А сейчас исчезли совсем. Из продажи. Ну, запаковали, конечно. Упаковщику 44. Ой, три цвета у нас. Видишь, как хорошо. Хорошо, ни одного цвета все. Ага. Упаковщику 44 привет за его качественную упаковку. Томас Эффект. Поняли, мы забежали в Галамарт. У них сегодня покупаешь два товара. Первый идет по цене полной. А второй идет за 1 рубль. Новогодние товары. Вот эти вот. В общем, там очень ограниченный выбор. То есть новогодние товары – это не все, что там есть новогоднее. А именно мишура, игрушки новогодние. Ну, в общем, такое вот. Надо угадать, что брать, что было за 1 рубль. Это я взяла упаковывать. Это я взяла в качестве Деда Мороза. Тоже Дед Мороз принесет. Вот это вот шло. Вот это вот берешь, допустим, два. Один идет по полной цене, а один идет за 1 рубль. Я их взяла три для пальчишек. Три этих. Взяла вот такие вот полотенчики, потому что кухонные полотенчики очень быстро изнашиваются. Их 4 штуки. Они 40 на 60. Хлопок. В общем, раскроем, посмотрим. Так. Еще. И вообще-то мы шли, вот мы исключительно шли за вот этой штукой. Я привыкла, что у меня вот такой календарь, и я каждый день отрываю по одной страничке. Сколько он стоит, я даже не знаю. Так, ну вот все. А, еще были в детском мире, смотрите, что я там нарыла. Кофтячку такую хорошенькую, очень плотный трикотаж на весну. Люблю такую цветовую гамму, оранжевенькая, яркая.